Всем привет! Давайте сегодня попробуем нарисовать мышонка, который куда-то ползет. Так, это будет очень простой рисунок. Давайте нарисуем сначала вот такую вот линию. Отлично. Здесь мы будем рисовать носик мышки. Вот такой, допустим. Потом как-то вот так. Теперь будет вот такой. Здесь будет наше ушко. И потом как вот так пускай будет. А здесь еще вот хвостик у мышки будет. Так, здесь давайте мы нарисуем носик нашей мышки и усики. Отлично. Здесь можно нарисовать глазик. Вот такой. Черный глазик у мышки. И здесь внутри нарисую такую штучку. Отлично. Мышка почти готова. Так, теперь будем ее закрашивать. Будем ее закрашивать такой вот серый цвет. Она у нас незаметная. Маленькая, прячется от кошки и любит сыр. Мы сейчас добавим немного коричневого цвета еще. Такая мышка-полевка. Немного вот такого давайте добавим. Все это выровняем, и она у нас будет красивого ровного цвета. Ушко можно закрасить, может, каким-нибудь таким желтоватым вот здесь. Так, давайте вот так все разровняем. Вот такая она у нас. Серо-коричневая получилась мышка. Ползет. Наверное, она у нас будет ползти по травке. Сейчас давайте возьмем мирок и нарисуем вот такое вот зелье. Запалась и сидит за кустиком. Вот такая у нас получилась мышка. Всем спасибо. Ждите новых рисунков. Пока-пока.